Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор покупок из фикс-прайса. Вот такой вот тяжеленный пакет. Как всегда, большой. Вот. И здесь у меня в основном... Нет, не скажу, что у меня здесь. Будем сейчас с вами смотреть. Я заходила, на самом деле, в три фикс-прайса. Ну, цены я там примерно помню. Вот. Ну, посмотрим там. Вот, давайте начнем. Купила я вот такие печенья. Питчи классические. А вот. Печенье сдобное из пшеничной муки. Такие вот маленькие. На них я читала отзыв, что людям они нравятся. Они очень вкусные. Стоят они где-то 50 рублей. На них будет отдельный обзор. Вот. И там мы будем с вами их пробовать, какие они вкусные, невкусные. Вот здесь 400 грамм. Ну, не знаю, мне кажется, они очень вкусные. Нет, почему-то мне кажется, что они песочные какие-нибудь такие. Так, также я взяла кофе. Черная карта. Я как-то их уже брала, эти пачечки. Но я еще до сих пор никак не попробовала их. Не знаю даже, как они на вкус. Четыре штуки я взяла. Ну, в принципе, точно такие же продаются у нас в Пятерочке по 140 рублей, где-то вот так вот. По-моему, даже они ничем не отличаются. Не знаю, я надеюсь, что они... Не какие-нибудь там пережаренные, горькие, гадкие. Я надеюсь, что они нормальные. Ну, все-таки за 100 рублей пачка. Ну, обычно я кофе всегда покупаю за 100 рублей за 250 грамм. Здесь тоже 250 грамм. А вот 250 грамм и 100 рублей всего. Даже меньше 100 рублей. Вот. В принципе, если вы хотите их попробовать, давайте наберем... 10 лайков, и тогда я на них отдельно проведу обзор, мы с вами их попробуем. Так, также я купила такой вот на пробу гороховый суп. Когда-то очень давно я такие покупала, и именно гороховый суп, он был какой-то особенный, он был вкусный. Вот, и вот я решила попробовать, думаю, дай. Ну, в принципе, это больше для вас, чтобы вы знали, насколько. Здесь написано 4 порции. Вчера уже муж такую себе варил. Там, конечно, не видно, что там 4 порции. Не знаю, мы с вами еще раз приготовим все заново, все сделаем по инструкции. Что, как там, посмотрим, сколько получилось, как он будет на вкус. Вот. Но запах стоял ароматный на всю квартиру. Так, стоил он у нас с вами... А вот он. 10 рублей. 10 рублей 60 копеек. Не знаю, мне почему-то еще в этом фикс-прайсе сделали скидку. Не знаю почему. Короче, у меня здесь цены совсем другие, чем, допустим, это. Бонусную карту я давала, но говорю, у меня там что, бонусной карте есть, ничего нету. Ну, ладно. Так. Такие конфетки я взяла. Только сейчас я увидела, что здесь всего лишь 105 грамм. Вот. Но я надеюсь, что они стоили не 50 рублей. Иначе это будет обидно, это будет очень сильно обидно. Вот. Ну, какие-то длинные конфетки. Попробуем. Здесь есть разные вкусы еще. На них тоже будет делаться отдельный обзор. Вот. Это, кстати, цветочки. Кстати, я тоже покупала когда-то в фикс-прайсе. Вот, очень мне нравится. Он... такой вот штучкой. Чай заваривать в нем. Круто. Стоит, радует нас. Так. Также взяла немет карамель. Но они мягкие. Они мягенькие, похожие на фрутеллу. Не знаю, как они будут по вкусу. Я взяла как можно больше, чтобы было апельсиновых и лимонных. Тут еще и дыня. Ну, чтобы таких вот желтеньких было побольше, оранжевеньких. Вот. Арбуз здесь, вот я смотрю.
Да, дынь, арбуз, клубника, яблоко, вишня. Вот, ну, не знаю, попробуем их. Интересно даже попробовать. Она стоила тоже, наверное, где-то около 50 рублей. А, мода вот эта, вот она. 26 рублей стоила. 26, ну ладно, еще по 26. Давайте, наверное, рублей 50 где-то. Так. Вот, золотая лилия. Купила такие конфеты. Вот. Еще бывают разные. Классическая, со вкусом абрикоса, со вкусом орехов и баттерскотч. Какие-то еще. 200 грамм. Золотая лилия, по-моему, я видела. А, вот она. 52 рубля. 53 рубля почти. Не знаю, что-то у меня за скидка там странная. Ну, где-то, наверное, 55 рублей они стоят. Там 200 грамм. Ай! Улетел все-таки. Также на пробу мы купили, не знаю, даже буду я не делать обзор или нет, они по 5 рублей стоили. 4 штуки мы такие взяли, типа как Ролтоны, вот. Здесь четвертая. Типа как вот Ролтон есть, вот, да, вермишелька, есть там в таких стаканчиках, а это вот от Петра, Петр, Петра. Вот. 300 грамм. Готовый продукт. Здесь что-то еще есть, вот эта порция, по-моему. Короче, не знаю, пробовать я буду или нет. Если вы хотите, чтобы я их попробовала, как они на вкус, тогда напишите в комментариях просто Петра. Сколько их наберется ваших комментариев, ну, я попробую. Потому что купили мы их на лето. Еще, наверное, может быть, не знаю, посмотрим, будем докупать, не будем. Может быть, правда, стоит попробовать сначала их на лето, потому что лето, ну, как всегда, всякие поездки. И в этих поездках обязательно присутствует такая вот вермишелька быстрого питания, быстрого приготовления. Особенно поезда, вот. Это, знаете, мы нашли самую дешевую 5 рублей, потому что в ленте, по-моему, они 8 или 9 рублей стоят. И ищешь, конечно, подешевле, чтобы сэкономить. Состав тут, ну, 2 Е-добавки есть. Ну, 2, в принципе, ничего так. Шипучка, я помню, у нас в детстве какие-то подобные продавались. По-моему, они назывались 5 плюс, что ли, их там 5 штучек такой вот, как бы, типа как линеечки, что ли, они соединены друг с дружкой. И что-то мне вспомнилось, я думаю, да, и возьму, попробую. Что там за такая шипучка? Интересно, я люблю всякие сосочки, карамельки такие вот. Ну, именно карамельки, именно сосучие. Не такие там, которые чего-то там. Так, 180 грамм здесь всего. Ну, стоит она, наверное, тоже. А, я ее вчера отдельно покупала. Ну, где-то, наверное, рублей 50 она стоит. Также шоколадка бабаевская. Вот, со вкусом у нас. С миндалем она у нас. Такая вот маленькая.
нац. Нац вообще 25 рублей стоит в фикс-прайсе. А в других магазинах они вообще подороже. На него, я даже не знаю, будет на него обзор. Вот на Бабаевскую будет точно обзор. А вот у нас, я думаю, все пробовали, все знают его. Не знаю, есть смысл делать обзор? Не знаю, напишите в комментариях. Так, Ментос, Ментосы. Я очень-очень люблю Ментосы. А, стоил он 18 рублей. Покупала я таких 4 штуки. А, 3 штуки я уже слопала. Осталась вот одна, я очень-очень их люблю, блин, просто бесподобно. А, также у нас имбирные пряники, они у нас, где-то тут видела, 55 рублей стоили имбирные пряники. А, знаете, я никогда ничего не пробовала со вкусом имбиря. Пряники там вот сейчас вот имбирь кругом. Я знаю, что он острый и все. А вот именно что-то такое со вкусом не пробовала. Я все ждала, что в группе в фикс-прайсе, ВКонтакте кто-нибудь выложит эти пряники, что он купил, и спросить, они острые или нет. Я не знаю, поэтому я уже не удержалась, думаю, ладно, куплю, надо попробовать. Но все-таки пряники это сладость, а с имбирем, думаю, неужели будут сладко-острые они, ну... И они тоже пойдут на обзор. Тоже мы с вами будем пробовать. Да что ж такое, падает там все время у нас. Не помещается, у меня уже ничего на столе. Так. Зубная паста 55 рублей. Я очень люблю зубную пасту лесной бальзам. Здесь со вкусом чая. Зеленого, по-моему, насколько мне помнится. А, белого чая. Экстракт белого чая. Мне очень-очень она понравилась. Вот, решила взять. Вообще, мне, в принципе, такой зубной пасты хватает надолго. Мне хватает где-то почти на год, даже больше. Где-то, ну, около, нет, не больше, около года, даже бывает поменьше, если муж возьмет. Я капаю совсем чуть-чуть, и поэтому мне надолго. Так, также какой-то батончик у нас тут. Тоже какой-то батончик, он стоил, по-моему, рублей 15, где-то так вот. А на него тоже будет делаться обзор. А, Бабаевская люкс. Я очень-очень их люблю. Вот именно, знаете, у Бабаевской люкс, у нее вот шоколад какой-то особенный. Он уже какой-то совсем другой. Он уже ближе такой к натуральному, чем, допустим, просто там Бабаевская, там Бабаевская... там с чем-то еще, а вот именно люкс, я их все время покупаю в фикс-прайсе, они стоят где-то 50-55 рублей, где-то так, очень понравилось. Так, и последнее, я купила также на пробу, буду каждый раз покупать консервы по чуть-чуть, в этот раз у нас тушенка, хорошо называется, говяжья. А, по-моему, даже мне кажется, что мы ее уже пробовали, покупали ее только не в фикс-прайсе, а в обыкновенном магазине в Отрадном. Вот. Ну, не знаю, попробуем с вами еще раз, не помню, та не та, потому что там тоже была баночка такая же, ну не красненькая была, а немножко розовенькая была. Вот, не знаю даже. С вами ее попробуем. Стоила она у нас... 25 рублей. 25 рублей. Сколько здесь? Ой. 340 грамм. Ну, довольно такая там, что-то булькает. Вот. Ну, в принципе, вот. На сегодня все. У меня пакет совершенно пустой. Купила я в этот раз в основном сладости. Именно что-то там такое для дома я не нашла. Хотя у меня был огромный такой вот длинный, там, предлинный такой список, но что-то я по списку прошлась, ничего такого нету. Видимо, перед праздниками уже все скупили. Вот. Ну, надеюсь, что в следующем обзоре, уже в марте это у нас будет обзор, я что-нибудь такое куплю, что-нибудь там для дома. Но вкусняшки это гораздо удобнее покупать, их съел и все. Вот, а что-то нужное для дома, у меня, наверное, уже всего очень много. И не хочется просто захламлять. Вот. Ну, на сегодня это все. С вами был канал Артмания.
Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, смотрите другие мои обзоры. Также обзоры скоро выйдут на всю вот эту вот вкусняшку. Они будут выходить по очереди, там, потихонечку. Вот. Скоро вот они уже выйдут. Также смотрите другие обзоры мои на другие вкусняшки. И также не забывайте, мы собираем с вами 15 лайков. 15 лайков. И кофе у нас мы с вами попробуем. Вот, 15 лайков. Не забудьте. Вот. Ну, я думаю, оно должно быть хорошим. Либо напишите, кто пробовал, как оно вам. Ну, все, всем пока-пока.